Движение только по одной полосе, вторую заняли рабочие. Проезд за Вражного будет перекрыт практически месяц. Все это время здесь будут приводить в порядок проезжую часть. Разбито было все. Ямки, выбоины. Сейчас фрезеруем, будем восстанавливать асфальтное покрытие. На улице промышленные подготовительные работы уже завершились. Ямы проливают битумной мастикой и асфальтируют. Работы проводятся быстро. Одно из главных преимуществ – движение через некоторое время открывают. Асфальт укладывается не менее 120 градусов Цельсия. По горячему, конечно, нежелательно. Ну, если на трассах, то да, там дают остыть от 8 часов оставания, потому что там полотно целиковое. А здесь ямочный ремонт быстро остывает. Подрядчики дают гарантию на ямочный ремонт. Заплатки на дороге должны продержаться год. Если на месте заделанной ямы появляется новая, приходится делать ремонт заново. Но такие случаи – редкость. Сейчас мы приступили в активную фазу по заделке аварийных выбоин. Для сравнения, мы в апреле текущий год планируем отремонтировать площадь более 8 тысяч квадратных метров. Это что, почти в 2,5 раза больше, чем сделано за весь период текущего года. Капитальный ремонт городских дорог начнется в июне. Охватить планируется порядка 20 проблемных участков. Сейчас идут торги, чтобы выбрать подрядчиков, которые будут выполнять работы. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».